На территории Выборгской епархии началось строительство двух храмов. В честь Почаевской иконы Божьей Матери в поселке Гарболово Токсовского благочиния и храма святого апостола евангелиста Иоанна Богослова в поселке Кудрово Всеволожского благочиния. Закладку храмов совершил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. На строительных площадках после прочтения молитв архипастырь осветил крест, закладной камень и вложил грамоту в основание Дома Божия. Основывается сия церковь в честь и память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Каменную доску с этими памятными словами заложил глава Выборгской епархии владыка Игнатий. В поселке Кудрово, расположенном в непосредственной близости от Петербурга, состоялось историческое для всей Выборгской епархии событие. На берегу реки Акервиль, где ранее никогда не было православной церкви, начинается строительство большого храма на 2000 человек. Этот храм, носящий имя Иоанна Богослова, будет, наверное, самым большим на территории Ленинградской области. И самое главное, это молодой развивающий приход, перспективный приход. Приход, где будут находить в его стенах прибежище многие-многие люди. На строительной площадке собрались представители местной власти, многочисленные прихожане, местные жители и активисты православного молодежного движения «Победоносцы». В пасхальные дни епископ Игнатий пожелал, чтобы силой Божией, которая явилась в дни воскресения Христова, воздвигались храмы и утверждалась вера христианская в сердцах людей. А также напомнил всем о любви Христовой. Как часто бывает, что эта любовь распаляется в человеческих страстях, в человеческих немощах. И для того, чтобы эта любовь не уходила, мы закладываем и строим храмы Божии. Мы строим храмы для того, чтобы быть чище и лучше, чтобы наши дети, наша молодежь не погрязла в человеческих инстинктах и страстях, чтобы та самая любовь, о которой говорил и Христос, и его ближайший ученик Иоанн Богослов, была в основе, в фундаменте нашей жизни. В ответном слове настоятель прихода протоиерей Владимир Данкович поблагодарил владыку Игнатия за помощь и молитвы в деле строительства церкви и преподнес дар серебряную панагею с гравировкой закладки храма. Владыка Игнатий, Выборгский, Приозерский наш, он любезно представил нам проект храма, который сейчас строится в Раменках, в Москве. Немножко его мы отредактировали, чтобы он вписался в архитектуру Кудрова. Он находится на такой удивительном таком месте. Он раскрывает вид парка. Заканчивается, парк переходит медленно в город и в сторону метро Дыбенко и левее. Это будут огромные высотки дома. Еще 2 года назад сложно было представить, что в Кудрово появится церковь. Но многое изменилось за это время. Построен и действует малый храм Ватопецкой иконы Божией Матери «Отрада или утешения». Именно с него началась богослужебная жизнь прихода, который объединил местных жителей и благотворителей. С Божьей помощью мы планируем до Нового года, до Рождества Христова, уже завершить возведение стен и водружение купола. И, конечно, после Рождества 2016 года уже приступим к внутренним работам, к обделке самого собора. По благословению архиерея создается документальный фильм о строительстве церкви, о помощи Божией в этом нелегком деле, о преображении человеческих душ и созидании прихода. Всем нам быть в любви, в радости, чтобы всегда это все происходило от нашего сердца, ибо так и появился здесь храм, что люди полюбили Бога. Пребывая в храме, люди получают только большую подпитку и радость от строительства и созидания храма Божьего.